На отчетно-выборную конференцию профсоюза работников здравоохранения Ленинского округа собрались делегаты от 7 лечебных учреждений муниципалитета, приглашенные гости и представители администрации. Исполняется 90 лет нашему профсоюзу подмосковному. И вот это связано с проведением отчетно-выборной кампании во всех муниципальных образованиях Московской области. Вот одно из последних уже, это вот сегодня здесь, в Ленинском районе. На повестке дня отчетные доклады председателя, то есть мой, и ревизионной комиссии. Вот, а также выборы председателя, заместителя, комитета профсоюзного и выдвижения в областную организацию профсоюза. Конференция началась с приветственного слова заместителя главы администрации Альберта Гравина. Он отметил, что, несмотря на произошедшие в последнее время изменения, органы местного самоуправления продолжают оказывать необходимую поддержку и помощь медицинским учреждениям и их работникам. Управление здравоохранения всех вывели из подчинения, из организационной, так скажем, структуры администрации, то есть их перечинили в Московской области. Но это никаким образом не отразилось на наших взаимоотношениях, взаимоотношениях органов местного самоуправления с медициной, отношений людей. За последние два года медикам было предоставлено 25 служебных квартир, а 70 сотрудникам компенсировалась плата за найм жилья. Благодаря тесной работе с райкомом профсоюза администрация района утвердила положение о предоставлении медикам жилья по договорам коммерческого найма. А регулярные проверки, инициированные профсоюзом, позволили устранить 48 выявленных нарушений. Большую работу, точнее, проводит профсоюз, это и оздоровление. Но все-таки вот основное – защита трудовых прав сотрудников. На данный момент в профсоюзе состоят 1137 медиков из более чем 2000 работающих в округе. Это третий по численности отраслевой профсоюз в нашем муниципалитете. На конференции присутствовало 44 делегата от всех медицинских учреждений округа. Особо отличившимся из них вручили почетные грамоты и медали Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.